Турции, где ограничение свободы СМИ на днях вызвало резкую критику организации «Репортеры без границ», новые вопиющие случаи. Прекращено вещание независимого телеканала АМС. Эфир оборвался прямо во время трансляции интервью с освобожденными журналистами газеты «Республика». Они провели в тюрьме 3 месяца за то, что обнародовали информацию о поставках оружия сирийским боевикам ИГИЛ турецкими спецслужбами. В суд на них тогда подал лично президент Эрдоган. Телеканал обвинили в пропаганде терроризма. Руководство АМС вину отрицает. Значительная часть эфира телеканала, его теперь можно смотреть только через интернет, посвящена конфликту властей с турецкими курдами, которые по разным оценкам составляют до 1/3 населения страны. Против них правительство проводит военную операцию, которую называет антитеррористической. Прямо в жилых кварталах правительственные войска открывают огонь из танков и артиллерии, фактически не считаясь ни с возможными жертвами, ни с разрушениями. Жестоко подавляются любые акции протеста. Власти называют эти действия борьбой с террористами из запрещенной в стране рабочей партии Курдистана. Сами курды называют действия властей геноцидом.